у вас будет небольшой театр «Батлейка», кукольный театр, он начинается каждый, начало спектакля каждый час. Для деток будет представлен спектакль под зеленым лопушком. Вот, он учит таким добру, учит, учит взаимовыручки, взаимопомощи. Вот, и также мастер-класс небольшой, это поделки своими руками, которые детки могут выполнить, чтобы подарить близким тоже, мамам, папам, родным каким-то близким людям. Стараемся проводить нашу выставку-ярмарку, знакомить гостей города, жителей города с нашим творчеством, с изделием наших мастерских. Потому что люди, когда у нас трудятся, они пытаются вложить все доброе, что у них есть внутри, чтобы это добро передать потом людям, которые будут приобретать эти изделия, которые будут делиться потом им с близкими людьми. И как-то через это будут налаживаться наши отношения внутренние, потому что сейчас очень много зла в мире, очень много раздражительности. Вот. И мы хотели бы своими такими вот изделиями монастырских, своих мастерских, хотели бы людей привлечь к чему-то доброму, хорошему такому. В составе наших мастерских есть иконописная мастерская. Можно заказать любую икону. Мы также принимаем заказы для храмов, для монастырей.